пользователь прибоя и считаю, что прибой — это большое достояние человечества. И, скажем, еще полгода назад я так не думал. Я думал, что... Ну, в общем, я никак не думал. То есть я знал, что существует много чего есть в природе, есть химия, есть физика, есть все что угодно, но о том, что такая физика может быть полезна, я понятия не имел. А, значит, я знал, что есть прибои, поскольку Тайгойн мой близкий человек, что этим занимается. Просто нечаянно я попал, прошел диагностику. Причем прибой был, вот Валентин выслал последний раз данные этот прибор и большую информацию о том, как он, что делает. И этот прибор поставил диагнозы такие, которые я по себе знал, но то больше не знал. И вот когда он это сделал, вот тогда я подумал, что причем это сделал не было человека. Это был прибор, кто снял диагностику без человека. И вот когда какая-то железяка без человека сняла диагностику и сказала бы мне то, что никто не знал, кроме меня, вот это был совершенно поворотный момент. Я подумал, что если такое возможно, значит и все остальное тоже возможно. Значит, в это время я уже находился немножечко под действием прибора, который был Наталья Григорьевна. Она дома с ним ходила. И я по себе чувствовал эффект. То есть, там менялся мой запах. Какие-то еще такие признаки, которые не должны были, значит, появляться, вот они появлялись. Мне говорят о том, что есть воздействие на меня и есть изменения. Потом я приобрел прибор, естественно, поскольку два таких крупных события были. Перед тем, я сфотографировался, посмотрел, что будет через какое-то время, просто внешне. Потом я решил вести дневник, чтобы людям, которые до сих пор не пользовались, а потом почитали мой дневник, им было бы интересно. Класс. Я, в самом деле, его стал вести специально для того... меня поразил, например, тот факт, что я стал искать в интернете, а кто-нибудь вел? Где информация? Где то, что вот было то, стало то? Где вот это вот? Нет ничего. Супер вообще. Я пошел в интернет искать, что на тех сайтах, где приборы изготовляют, написано. Я поднял там некоторые документы, я пошел в ужас. Там написано какая-то антинаука. Просто если бы я сам ничего не знал, а почитал бы то, что на тех сайтах, я бы убежал как можно дальше в лес и никогда не подошел близко бы. Там написаны какие-то кошмарные совершенно вещи. Поскольку я сам лично смог пойти через какой-то опыт, поэтому я и купил прибор, и сейчас им пользуюсь. И что я делаю? Я как бы ставлю на себе эксперименты. Я надеюсь, что я получу сумму экспериментов такую, что потом я смогу это все выставить личный опыт в интернет и привлеку много желающих, потому что это все как бы совершенно серьезно. Более того, мне сейчас очень интересно было бы заняться изготовлением диагностических приборов, которые бы делали бы то, что я считаю, что если есть физика, если есть процесс, если возможно излечение, соответственно, возможно и диагностика. Я уже был на разных приборах диагностических, и, в общем-то, до сих пор я не понимаю ни физику этого процесса диагностики, не понимаю, как можно сделать, скажем, мне самому такой технический прибор. Одна из проблем — разобраться в физике и понять, что это такое и как это сделать.